Я уеду жить в Лондон. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода может быть навсегда. Мое почтение, дамы и господа, с вами Габриэль Ангелас. Сегодня у нас новый ролик из серии видео «И смех, и слезы». В главных ролях этого мега-блокбастера выступает мой взводный на ГВЕ-100. Вражеский ИС-7, вражеский ФОШ, вражеский Объект 704 и, конечно же, я. В середине боя я приехал помогать союзникам на объездной, но к моменту моего прибытия от них остался только пепел. Я передислоцируюсь на центр карты, чтобы там принимать гостей с объездной. Но благодаря умной миникарте мы видим, что на центре также светилось два вражеских танка. Это Объект 704 и ИС-3. И ИС-3 застает меня врасплох! Подловил меня свинота! Но сейчас будешь отвечать по всей строгости закона! Не забываем, что в спину нам дышат сразу три вражеских танка, которые сейчас рашат объездную! А еще где-то здесь притаился чита 704, которого даже в упор я не смогу заметить, благодаря чуду маскировки этой игры. Я в растерянности, я не знаю, куда мне ехать, но вот вижу же, поджимает семерка. Кошетку в пол, за камешек прячемся. Шансов на успех 0,0, но перед смертью подамажить бы еще. Да, я в сейве от парней, которые рашат объездную, но 704 в любой момент сейчас зайдет мне в тыл. Арт обнадеживает. Сейчас помогу, брат. Заряжаю голдовый фугас и свожусь на семерку. Меж тем я заряжаюсь и сам хочу отработать свой хлеб. Сведение выстрел в НЛД. Куда уходит этот чертов снаряд? Видишь, что я в КД, семерка просто летит на меня. Ждем помощь арты. Ждем. Копья! Чего я ждал? Помощь от куртизанки? Как же наивно, друзья, как же наивно. Благо, семерка у них такой же упоротой, не пробивает меня. Я в наглую выкатываюсь, чтобы разрядиться в него, и, естественно, подставляюсь под фаша. Ну что, ребята, будем прощаться. Секунды моей жизни сочтены. Выкатывается семерка, у меня все еще КД, я беззащитный котенок. Но он промахивается, а Фош дает без урона в триплексы! Вижу шотного Фоша, отобрать нужно ствол, полное сведение! Что ж творится-то, люди добрые, средь бела дня снаряд уходит под днище! Куртизанка стабильна, снова 80 дамага под семерки, и он меня опять каким-то чудом не пробивает! Сам дедушка Серп смотрит этот бой и болеет за меня! На работу! Фош мажет, но он успеет еще раз зарядиться перед тем, как заряжусь я. А 704-й, видимо, чаевничает, потому что его до сих пор нет. Фош отстреливается, не пробивает, я выкатываюсь, нет права на ошибку, выстрел! Сектор приз на барабане. Что ж, у противников остается тот самый 704-й. 45% есть у меня предположение, что он АФК. Я довольный, с улыбкой души лечу за своим воином, потому что он бы был замечательным завершением этого боя. Спасибо, Артовод, от души, от сердца. Если б не ты. Вот такой вот неоднозначный бой вышел, я думаю, как раз под стать нашей рубрике «Смех и слезы». Что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то, конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Обязательно вступайте в контакт-группу, ведь там я выкладываю все аудиозаписи, выкладываемые, использованные в своем видео. А если вы богатенькие буратины, и у вас есть желание и возможность помочь мне финансово, кошельки в описании. С вами был Габриэль Ангелас. Hasta la vista! Не берите во взвод, Артур.